Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы искренне рады приветствовать вас на нашем канале. Ежедневно мы рассказываем о непростых судьбах популярных людей и знаменитостей. Все чаще нас сотрясают новости об уходе популярных актеров, певцов, режиссеров, тех, кто выходил на сцену ради улыбок собственной публики. Сегодня пришла печальная новость. О смерти артиста рассказала певица Татьяна Буланова. Известный российский актер Артем Анчуков скончался в возрасте 39 лет. Всего через полтора месяца, 19 июля, он должен был отмечать свой юбилей. О кончине актера у себя в Инстаграм сообщила Татьяна Буланова, с которой он долгое время дружил. СМИ приписывали им роман, однако певица всякий раз эту информацию опровергала. Известно, что Анчуков был поклонником Булановой и даже сбегал на ее концерты с уроков. А спустя несколько лет они познакомились в Санкт-Петербурге и узнали, что живут недалеко друг от друга. Предполагается, что причиной смерти артиста стала коронавирусная инфекция. По словам певицы, Анчуков перед внезапной кончиной заболел COVID-19 в тяжелой форме. О том, что коронавирус мог вызвать осложнения на фоне ранее перенесенного другого заболевания, журналистам рассказала другая знакомая Анчукова, актриса Татьяна Бахаревская. Сам Артем не признавался ей, чем именно заболел до того, как подхватил COVID-19. По всей видимости, инфекция усугубила течение болезни. Широкому зрителю Артем Анчуков стал известен по ролям в киносериалах, таких как «Улица разбитых фонарей», «Мажор», «Бандитский Петербург», «Молодежка» и другим.